новое созвездие засияло в Уссурийске. Конкурс талантов собрал молодежь со всего Приморского края. Более 70 заявок было подано на участие, но только лучшие 25 попали на гала-концерт. Открыли фестиваль танцоры хореографического ансамбля «Радуга». Для нас это большая честь открыть этот замечательный конкурс. Мы танцуем первыми. Наш номер называется «Плясовая», «Девичья плясовая». Ну, мы очень любим этот номер. Фестиваль «Созвездие» проходит в Уссурийске уже в 11-й раз. Первые три конкурса проводились на уровне аграрного техникума. Потом решили пригласить другие уссурийские таланты, а после и молодых людей со всего Приморья. Так уже 6 лет фестиваль имеет статус краевого. Растет количество участников и уровень выступлений. Самые популярные стили в этих стенах – вокал и танцы. Но уже много лет «Созвездие» – конкурс многожанровый. Помимо сценических видов творчества, еще не сценические виды, такие как слайд-шоу, мини-фильм, был как-то социальный фильм, декоративно-прикладное творчество. Традиционно каждый конкурс подразумевает победителя. Гран-при краевого фестиваля «Созвездие» получил вокальный ансамбль «Живая вода». Мы очень любим петь народные песни, стилизацию. Хотя вот уже редко такое встретить, чтобы пели народные песни. Сейчас поют все эстраду и английские песни. Мы попробовали народный рок-фолк, нам понравилась стилизация. То есть еще получилось так, что мы очень хорошо спелись голосами. Мы поем втроем, и то есть нижний, средний и высокий голос. И как раз вот у нас голоса по тембру, что ли, сошлись, и очень красиво получается созвучно. Также артистам присуждены звания лауреатов первой, второй, третьей степени и дипломантов в каждой номинации. Остальным конкурсантам фестиваля «Созвездие» вручили дипломы участников. Екатерина Рехтина, Сергей Флоренцев, Телемикс.